уважаемые друзья, спортсмены. Сегодня у нас присутствуют как спортсмены клуба «Ярополк», так и спортсмены клуба «Вепрь» из Красногорска. Сегодня проводим мы совместную тренировку. Вот, соответственно, такие непосредственно мероприятия, они позволяют нам лучше подготовиться, ну и тем самым, помимо этого, больше популяризировать. Самое главное, еще раз говорю, тут общение. Понятно, да? Но при этом должен быть всегда спортивный интерес. Кто-то из вас должен выиграть. Так, направо легким бегом побежали. Углы не срезаем, Рома! Лицом в центр зала, коленями до плеч. Раз! Направо побежали. Возвращаемся справа-слева. Справа-слева возвращаемся. Давай, давай, до конца, до конца. Ручки в кулаках, салим ладошками. Задача, да, осалить блоки, бей, Иван Сергеевич. Блоки нельзя ставить, только уходы. Только уходы, постоянно салим. И потом по моей команде в этой же паре садимся в партер. Четный, вот один. Все, 1,5 минуты в стоечке, 1,5 минуты в партере, и после этого экипируемся. Без борьбы, только осалить, не будь осаленным. Вход-выход, постоянно, это не надо делать. Партер сели, поехали. Боремся. Ну что, Рома, давай, покажи, что. Ну и дальше что? Переворачивай. Полностью экипируемся, шлем, перчатки, накладки на ноги, у кого есть капа и бандаж. Проводим 8 раундов по 2,5 минуты. Работаем с ногами, но без лоу-киков. Руки, руки выше держи. И борьба, бросок. Пожали. Миша, он вот, вот. Он летит, а ты встречаешь. Двигайся!
так что в целом-то неплохо. Каждый из вас должен сделать определенные выводы, чего не хватает, потому что вы всегда привыкаете с одними работать, вы с другими, только на соревнованиях. Вы можете добиться какого-то профессионализма. Вот, еще раз, самое главное, как сказать, дружба. Давайте похлопаем. Рома, пошел еще раз.